Почему люди ругаются? Потому что вы истощены. Вот представьте, если вы, допустим, побегали вместе на улицу, зарядку сделали, вы что, будете ругаться? Нет, вы пришли домой, у вас хорошее настроение, все классно. Кто это прочувствовал в жизни? Поднимите руку. Понимаете, вот так надо жить. То есть ругаться начали, чувствуете, значит, у вас не хватает сил. Есть еще хуже ситуация, когда ты просто чувствуешь, что близкий человек тебе уже не нужен. Это означает, что у тебя истощение пошло не по энергии природы, а по социальному фактору. Тебе не хватает друзей, понимаете? И для того, чтобы вот эту колоссальную как бы проблему решить, нужно иметь привычку приглашать друзей домой, радовать их своим присутствием, кормить их, петь караоке вместе какие-нибудь добрые, не напиваться там и рыгать под столом ползать, как бы, а ну как бы делать как какой-то отдых нормальный, человеческий, понимаете? Позовем друзей, песни запоем, станет всем теплее. Понимаете, надо наполняться. Если вы чувствуете, что вы теряете близкого человека, у вас отношения рушатся, это значит, что у вас теряются силы.